Привет, с вами Литл Вульф. Это прохождение Tomb Raider. Легенда. То, что ни одного из них не поймали, не значит, что они не настоящие. Да, но может, они не хотят, чтобы их нашли. Я слышала, они довольно свирепые. Йети только выглядят свирепыми. Наверное, им просто не нравится постоянно мерзнуть. Мне бы это тоже не понравилось. Тебе не обязательно мерзнуть, Лара, если ты не хочешь. Смотри! Генри, что случилось? Эти Крофт, тревога, тревога. Говорит право танка 229. У нас неисправен левый двигатель. Пытаемся выпустить шасси. Мы разобьемся? Правый двигатель не реагирует. Нет, мы что-нибудь придумаем. Стабилизатор заклинит. Мы теряем высоту! У нас сильный крен вниз! Закрой глаза, милый. Я не хочу закрывать глаза. Кто-то взял. Серьезно, Зип, это как подняться вверх по лестнице, только не так скучно. Ага, как же. Меня мутит каждый раз, когда ты смотришь вниз. Эй, Алистер вернулся. Бери наушники. Быстро ты вернулся. Из Флоренции, да? Последний момент выбрал Гены. С такими темпами моя диссертация никогда не увидит свет. Ну да ладно, что ты делаешь в Боливии? Гуляю. Алистер, познакомься с Тиванаку. Очень милая дейнгская цивилизация в настоящий момент лежит в руинах. Очень приятно. Я ищу определенные артефакты. Уже довольно давно. Один старый друг, работающий в Лапасе, поведал мне многообещающие слухи. Артефакты какого рода? Украшенный каменный постамент. Ну и еще кое-что. Здоровенный кусок камня. И она не признается зачем. В противном случае, в чем была бы интрига? Вообще первая игра. Где одежда будет мокрая, где вода на героя будет. Сейчас, впрочем, сами увидите. Это было прекрасно. Проверь свой палм. Он все еще работает, если тебя это интересовало. Класс, они сказали, он водонепроницаемый. Ты можешь с ним плавать безо всяких проблем. Но разве что ты его съешь, тогда придется часок подождать. Сегодня звонила Аная. До нее дошли слухи об обнаружении в Боливии древний храм с резными каменными постаментом. Возможно, это то, чего я ищу. Я влетаю с утра, как можно раньше. Зачем она держится? Она вообще держится не даже за это. Это какой-то 2D-шный, что ли, да? Если ты будешь так раскачиваться, меня начнет мутить, Лара. Тогда отвернись от экрана. 2D-шный канат. Он с нее капли.
фигачит. Осторожно. Дыши глубже, Зип. Нам предстоит долгий путь. Я и забыл, что ты такая оптимистка. Все нормально, а канат 2D-шный. Чуть не задело. Совсем чуть-чуть. Че, начинается уже принц Персия? Стрелять без приказа, когда я никого не вижу. Я уже настроился прикончить кого-нибудь, а тут пусто. За ним должок. Черт, я это лично Ратланду выскажу. Передай ему рацию. Это невозможно. Ты видел, какой там обрыв? Просто так по нему не подняться. Проси Санчеса. Хм, тут нет никого, кроме идиотов-близнецов. Так что я буду стрелять по всему, что Как меня запалил. Как ты думаешь, кто он такой и на кого работает? Понятия не имею. Он абсолютно ничем не примечателен. Это хорошо или плохо? Это подозрительно, что не есть хорошо. Я-то понимаю, стелса нет. Что это такое? Это какой-то магнит, что ли? Клянусь богом. И что, она выпрыгнула и принялась раскачиваться? Не, типа танцевала вокруг. Вопила что-то. Да, я бы мазал ей по первое число. Ага, чувак, конечно. Налетела на меня, вопя... Осол! Кто эти парни? Вопрос скорее в том, зачем так усиленно охранять какие-то руины. Это точно. Попробую еще раз намочиться. Вот капли стекают. А, тут на Е надо нажимать.
Неплохая такая ларка. Ну разве это не прекрасно? Кажется, я снова влюбляюсь. Ты говоришь это всем руинам? Я чрезвычайно везучая девушка. А вот и чертовы туристы. Едут все портить. Твоя камера не показывает таких мелких деталей. Что ты видишь? Мужчины с ружьями. Наемники, судя по виду. Что они тут делают? Напрашиваются на неприятности. Вонья там отвлекают. Блин, не раскачался. Как тут менять-то? Эх, как так-то? Вроде бы раскачался, все хватило. Нет, ни хрена. Выжить.
Для чего все это? Очевидно, чтобы доставлять тяжести вглубь горы. Зачастую древним строителям приходилось углубляться в твердые скальные породы. Ведь можно быстро плыть. Непонятно, почему хищники выбирают добычу крупнее их самих. Мне их жалко. Кто-то выбрал неудачное место для охоты. Я прикалывался, если точно попал на эту платформу.
Ты цела? Да, и все еще дышу. Посмотреть, может, тут что-то есть. Я думаю, вряд ли. Черепа. Кроме черепов ничего нету. Если это так, это не тот обряд, на котором я бы хотела присутствовать. Так. Ну-ка, переполз. Нет. Вроде бы нет. Извиняюсь, немного приболел. Сейчас надо внимательнее посмотреть. Может быть, тут еще и тотем есть где-нибудь. Хотя его не вижу. Да, совсем для костра. Меч. Лара, что ты? О, нет, назад! Боже мой, что это? Там кто-то есть. Оставайся здесь. Что? Кто вы? Что насчет моей дочери? Не трогайте ее. Она не хотела ничего плохого. Что происходит, мама? Кто там? О, Боже! Нет! Че с ней, с носом? Такая посередине разделительная полоса. Шик!
Крофт. Я надеялся, что мы когда-нибудь встретимся. Спокойно, мы просто поговорим. Я слушаю. Возможно, ты находила часть вот этого. Тебя это сюда привело? Где ты это нашел? Это не важно. Важно то, что оно делает. Тебе это известно? То, что мне известно, касается только меня. Значит, неизвестно. Следовательно, своего фрагмента у тебя нет. Аманда говорила, что ты небрежна. Тебе следовало быть более внимательной к Параисе. Аманда? Аманда мертва. Черт побери, что ты знаешь о Параисе? Разговор окончен. Это весь мост скосило нахер. Больше одного. Отец был прав. Что это было? Сварите побольше кофе, парни. У нас впереди еще работенка. Значит, жизнь продолжается. Не могу сказать, что я против.